сейчас не случайно. Хочу тебе сказать, что ты здесь, в Польше, не случайно. И это слова, которые я сейчас тебе говорю, они очень важные. Я прошу тебя, чтобы ты послушал внимательно, потому что жизнь — это Иисус. Кроме Него никто не может тебя спасти. Только в Иисусе спасение. Сейчас на Украине война. Жизнь человеческая, она коротка. Не знаешь, как долго будешь жить. А я хочу тебе сказать, что у тебя может быть жизнь, но настоящая жизнь. Не жизнь, которая сегодня, а завтра не знаешь, что будешь, что будет. Я хочу тебе сказать, что у тебя может быть жизнь, которая никогда не закончится. И ты можешь быть безопасным, но только в Иисусе Христе. Только через Его кровь, которая пролилась на кресте, ты можешь спастись. Только через Него. Я тебе скажу, как ты можешь Его принять в свою жизнь. Ты просто обратись к Нему. Ты скажи Ему, что ты нуждаешься в Нем. Ты скажи Ему, что не хочешь жить без Него. И если ты отдашь свою жизнь Ему, если ты Его попросишь, чтобы Он был твоим Господом и Спасителем, Он придет в твою жизнь и никогда уже тебя не оставит. Независимо от того, что произойдет в твоей жизни, ты будешь безопасным, потому что если будет у тебя Христос, тогда будет у тебя настоящая жизнь. Настоящая жизнь. Это что здесь, это не жизнь. Ты здесь временно находишься. И эта жизнь без Бога, она не имеет никакого смысла. Ты не для того здесь на земле, чтобы кушать, чтобы спать, чтобы идти в чтобы сходить в туалет. Ты не для того на этой земле. Ты здесь, чтобы познать Бога, потому что Он хочет отношений с тобою. Но ты решаешь. Он уже сделал все на кресте. Он был распят для твоего спасения. Он сделал уже все на кресте. Сейчас ты решаешь, хочешь ли ты Его в твоей жизни или нет. Если ты поверишь в Его жертву, если ты поверишь, что Он умер за тебя, и что Он воскрес, что Он победил смерть, если ты попросишь Его, чтобы Он пришел в твою жизнь и был твоим Спасителем и Господом, Он придет, и ты будешь с Ним сейчас. А когда умрешь, будешь на небесах с Ним. Тоже. Не знаешь, сколько будешь жить. Может быть, будешь еще жить 10 лет, 50 лет, а может быть, завтра тебя уже не будет. Ты не случайно слышишь эти все слова здесь. Я полячка, но я проповедую тебе сейчас Евангелию, потому что я знаю, что Бог тебя любит, и что есть просто нужда, чтобы люди спасались сейчас, сегодня, здесь. Потому что жизнь может быть, твоя жизнь может быть не закончится. Извините, не знаю украинского, и поэтому проповедую по-русски. Только из-за того, я знаю, что вы все понимаете по-русски. Вот все. В Боге можешь иметь хорошую жизнь. Здесь можешь быть здоровым и счастливым. И у тебя может быть радость и мир в сердце. Потому что Он источник жизни. Иисус, Он настоящий источник жизни.
Он настоящий источник радости и счастья. Настоящий. Прими Иисуса как своего Господа и Спасителя. Прими Его. Это самая хорошая вещь, которую ты можешь сделать в жизни. Самое хорошее решение, которое можешь принять. Поверить в Бога и жить с Ним.